На старт. Внимание. Они в пестрых одеждах, они заметны для судей, но те, кто бежал здесь на лыжах в 42-м году, был в белых маскировочных халатах. Пехота, принимавшая участие в Болховской операции, часто разведчики, подготовленные к заданиям в тылу врага, так их и звали – снежные призраки и белые дьяволы. Тысячами они оставались в этой земле, потому-то и надписи на братских могилах – это не имена, а нумерация целых подразделений. Здесь, в Болховском районе, близ деревни Толкачева, погиб и Федор Давыдов, именем которого названа гонка. В довоенное мирное время это был выдающийся лыжник, инструктор, ворошиловский стрелок. Возглавил знаменитый 30-е годы переход протяженностью более 4000 километров от Кузбасса до Донбасса. На своем пути он пропагандировал развитие сибирских территорий. И кроме этого показал, что советскому человеку все подвластно. Семья искала его десятилетиями. Наконец, в 2010-м поиски привели внука Давыдова в Болховский район из Москвы. Теперь стараемся каждый год сюда приезжать со своими друзьями, с родственниками. В прошлом году на 9 мая поставили Знамя Победы. В память о Давыдове и всех бойцах лыжных батальонов по февральскому снегу 16-го года бежали курсанты и студенты вузов и СУЗов. 7 команд, по 5 участников каждой. На трассе в 7 километров были определены 3 контрольных пункта, где лыжники должны были доказать, что им подвластны не только спортивные достижения. Надо было как белым дьяволам и костер разжечь, и оказать медицинскую помощь, и гранату метнуть. Давай, роднуля! А инициатором гонок стало межрегиональное поисковое объединение «Костер», которому помогли департамент внутренней политики и администрация района. Вы видите вот шатер рядом, то есть это реально место проживания последних дней поисковиков, которые организовывали этот снежный вал, которые организовывали подготовку маршрута, подготовку КП. Это первая гонка в память о белых дьяволах. Есть планы сделать ее традиционной, может быть, со статусом межрегиональной. Только победителей в ней никогда не будет. Победители здесь одни. И сказано об этом было еще до старта. На вас будут смотреть не только судьи, не только зрители, но и те ребята, которые в вашем же возрасте ушли в свой последний бой ради нашей с вами жизни. Каждый из вас получит не номер. Каждый из вас получит судьбу. Вы получите номера лыжных батальонов. Все эти лыжные батальоны сражались и здесь погибли. Так символично те батальоны снова встали на лыжи. Только уже это были не белые дьяволы, а ангелы. Сергей Быковский, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.